Мои хорошие, всем приветик. Всем привет. На единичку снимаю вас. Короче, иду в русский магазин. У нас утро. С утра прямо. Иду в русский магазин. Сейчас что куплю, вам покажу. Тут такая проблема. Мне надо было трамваем ехать. Но трамвай... Короче, одну остановку не доезжает. Я сюда пешком пойду, обратно, наверное, автобусом поеду. У нас уже с утра печет. Я же говорю, в сентябре лето пришло. Было прохладно, уже жара. Прямо с утра пошла, сегодня проснулась в 8. И с утра в магазин. С этими перекрытиями. Это ужас, конечно. Это ужас. Тут скверик. Все такое неухоженное относительно. Видите? Сейчас покажу вам магазин. Этот Интермаркет находится почти на окраине. На окраине Берлина. Мне добираться, ну, на дорогу где-то 40 минут примерно уходит. Но это самый хороший магазин. Я была в прошлый раз в Микс-маркете. Честно, не понравился. И вот этот Нова тоже не очень мне понравился. А Интермаркет самый нормальный. Хочу колбаски купить. Такой шумный район, ужас. Я бы тут жить не ходила. Ужас, постоянно машины. Машин много, то как выезд в Берлин. Речка. Какой-то канал. Хейтеры, это вы мне паутину тут наплели? Вы тут паутину наплели? Сейчас дойду. Вам пока... А нет, трамвай тут есть. Тут есть. Я, короче, ехала в трамвае. Эндштацион. Не доезжая одну остановку. Эндштацион. Это конечная станция. Короче, вышла, другой подождала. Люди ждали. Она там кричала, что трамваи не едут. Я вышла. Наверное, опять что-то случилось. По такой шаре только пешком ходить. Но немного и вас выгуляю и сама пройдусь. Такая крыша. Оригинальная. Красный свет. Тут у нас так, кстати, лоток стоит. Продукты продают. Продуктовый лоток. Фух. Иду по такой шаре. Раннее утро. Ранняя пташка. И по такой шаре иду. А представьте, днем выйти. Это ужас. И сентябрь месяц. Ладно, бы уже там август. Но для сентября погода очень жаркая. Нереально жаркая. Бабочка навстречу летит. Как чисто, как чисто. Чистенько. Кстати, по чистоте относительно чистый район это Марцан. Это район Марцан. Он по чистоте из всего Берлина он самый чистый. Шашлыком пахнет. Шашлычком. Сейчас подойду, вам покажу. Людей снимать не буду. Интермаркет. Ой, как жарко тут. Дыня, дыня, дыня. Я вроде на 109. Вроде нормальная. Сейчас выйду, подключусь. Thank you.
виноградик, персики, помидорчики, 3 евро. Груши. Вот они, кабачки. 2,29. Цукини 3,29. Рыбка, лосось. Селедка. Так, я лосось возьму. Возьму лосось. Мои хорошие, всем приветик, еще раз приветик. Я домой пришла, надо камеру немного протереть, потому что вы запотели. Протерла вас немного. Так, это на стирку, это на стирку. Фу. Вот все-таки, что не говорите, а пышная красота всегда в тренде. Абсолютно всегда в моде, всегда в тренде. Я своей фигуркой довольна. Попка на месте, сиськи на месте, талия на месте. Все отлично, все пышное. Костями не хожу, не гремлю. Так. Сейчас вам покажу ракурс хоть нормальный. Сейчас покажу мои покупки. Скупилась? Говорю, скупилась, вам не нравится. Буду говорить, закупилась. Закупилась на 53 евро с копейками. Сейчас покажу, что купила. Вот он чек. Такой нормальный. Самые вкусные продукты, как ни крути, в русском магазине, в интермаркете. Сейчас покажу, что купила. Так, мне звонили. Отвлеклась. Сейчас все, продолжим. Что я купила? Сейчас вам покажу. Из такого необходимого это хлеб. Хлеб этот стоит 30 копейками, очень вкусный, вот 3,69, можете посмотреть. Цена от полты написана, но хлеб этот вкусный, черный такой, ну как бородинский, чем-то похож. Этот, конечно, в немецких магазинах, которые продаются, он не сравнить. Два пучка укропа по евро 50, целый укропчик такой нормальный. Я не скажу, что он шикарный, я не скажу, что он обалденный, но он нормальный. Купила такие мелкие огурчики. Огурчики тоже сейчас скажу вам, сколько стоят. Такие, как фермерские, они на сосолку. Там рядом и укроп для сосолки. Так, без переводчика, наверное, не найду. Короче, крюккен. Так, брод 3,69. Брод это хлеб. Перпали. А, это пиво. Так. 3,49 на 2,46 стало. Огурчики. Чек упал. Купила краковскую колбасу. Колечко. Кстати, хорошо распирают вот эту краковскую домашнюю. Краковская домашняя фирма Лакман. Хорошая фирма, хорошая колбаска. Стоит 7,99 вот это колечко. 7,99, то 650 грамм. Колбаску люблю. Краковскую вообще люблю. Покупала в этом, как он называется, в Кауфланде, краковскую и на польскую. Мне она не понравилась тем, что она очень соленая. Майонез Махеевский взяла. Большой такой, без ГМО написано, провансаль, ГОСТ номер. Такой майонез стоит тоже 3 евро 800 грамм. Майонез хороший тоже. И яйца нафаршировать можно, и салат. Я салат хочу сегодня сделать с майонезом. На мукбанке увидите. Приготовлю салатик и сейчас рыбку покажу. А, тут пивко, Балтика 7, 2 бутылочки взяла. В холодильник закину. Евро 20 стоит. Балтика 7, мне нравится пиво. Классное. Лучше, конечно, чем обычное тут, которое продается. 2 бутылки Балтики 7. Так, взяла рыбу лосось, сейчас вам покажу, такой лосось взяла, хорошая такая, мне ее с целой тушки отрезали, на, сейчас скажу, насколько по цене на 27,55.
Вот это тут у нас, значит, сколько? У нас тут 378 кило. Хорошая такая, надо сразу в холодильник. Рыбку. Жаре, конечно, рыбку не очень хочется, но захотелось пивком. На скоро чуть-чуть осталось до 3000. Обязательно отпразднуем, думаю, на этих выходных с вами в эфире. И тут взяла лук, такой базовый набор продуктов, и морковь. Морковь тоже в интермаркете хорошая. Вот он логотип, пакет тоже купила. Вот он логотип с этого магазина, такой интермаркет. Чули. Хороший магазин, рекомендую. В той Берлине я вам рекомендую. Цены относительно хорошие, качество продуктов хорошее. И вот это лакманскую продукцию. Я была в Миксмаркете, там нету лакманской продукции. Там ее вообще нету. В интермаркете ее валом. Так, это я пока сюда положу. Так что будем... Хочу салатик, огурчики очень хорошие, сейчас я вам покажу. Такие огурчики я выбрала покрупнее, их можно с кашурой, главное помыть, они даже в земле свежие. Огурчики, помидоры у меня есть, майонез хороший, провансаль. Хотела оливковый взять, думаю, давай провансаль возьму. И яйца нафаршировать можно, и баклажаны приготовить можно. Кабачки вы сами видели, я вам сняла, кабачки они такие миленькие. Они, в принципе, хорошие, но я больше баклажаны люблю. Я люблю баклажаны. И таких кабачков, чтобы именно огромные, тут нету. Такие мелкие, но их тоже можно приготовить вкусненько. Тоже с майонезом съесть. Я люблю с майонезом. Там писали в комментариях, что их майонезом заправить и запечь. Я обычно обжариваю на сковороде и делаю соус, готовлю соус и их заливаю. И вот результат. Готовьте по моим рецептам, вы не прогадаете. У меня рецепты изумительные. Изумительное. Все, всем хороших наступающих выходных, хорошего завершения пятницы. Обязательно подписывайтесь на канал. Кому видео понравилось, ставьте лайк. Не забывайте. Все, всех целую. У нас жара. Надо, кстати, вентилятор включить. Вам же так жарко. Так жарко, это ужас. Очень жарко.